Воспроизводить мелодии короля джаза Луи Армстронга Павлу Васильеву особенно нравится. Будучи студентом медакадемии, 3 года назад увлекся тогда еще новым элементом хип-хоп-культуры – битбоксом. Майкл Джексон. Биты, несмотря на отсутствие музыкального образования, удавалось копировать с легкостью. Многие спрашивают, сколько я этим занимаюсь, за сколько я выучился битбоксу. Вот. Ну, если по правде говоря, это неделя. Вот, я выучился все за неделю. Почти всем звукам. А дальше уже техника. Павел настоящий самородок. Всему учится сам, постоянно репетирует, совершенствуя и усложняя ритмы. Звание лучшего битбоксера завоевывал на многих городских хип-хоп-фестивалях, а его таланте стало известно и за пределами Перми. Моя мечта – это когда меня спросят, какая твоя профессия, я скажу, я битбоксер, я работаю битбоксером, вот так вот. Направление битбокс само по себе нестандартно. Именно поэтому завоевывает популярность. Такие живые биты без каких-либо музыкальных инструментов заставляют слушать и удивляться. Евгения Караксина, Андрей Триллер, телекомпания «Ветта». That you was trying to get with me.